Метель, снежные заносы, гололедица и ветер до 18 метров в секунду. Такую погоду обещают синоптики в ночь на 14 февраля. МЧС объявила в Чувашии желтый уровень опасности. В столице ближе к вечеру начались пробки. ГИБДД предостерегает, в такую погоду возрастает риск аварий. В связи с этим водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать установленный скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать рискованных маневров. Будьте внимательны, берегите себя.